Кёна. И знаете, друзья, это офис Анита Джой. Наверное, все знаете, что она самая популярная российская кореянка. Да, все правильно. Поэтому я очень рада, что я встретилась наконец. Представите, пожалуйста. Она еще приезжает в Корею в декабре, потому что ее выбрали как посол в России. Посол Олимпийских зимних игр в Корее. Да, поэтому приходите, чтобы увидеть ее, и она будет петь и будет бегать огнем. Короче, переводим на русский. Но Кёнка супер разговаривает на русском языке. Ты большая молодец. Но я правда буду бегать с огнем. Будем поддерживать нашу российскую сбор. Я хочу показать вам корейский клип. Давай. Потому что вы очень известный певица в России, поэтому хочу слушать ваше мнение о кей-попе. Давай. Окей. Это корейский клип. Самая последняя группа, самая популярная. Очень популярная. Как называется? Blackpink. Blackpink я знаю, конечно. Включай быстрее их клип. Да. Это. А кто снимал? Корейский режиссер, да? Да, корейский режиссер. Это музыкальный клип. Красивее, да? Она главная там, да? Да, главная. Еще есть одна тайка. Европейка, видите? Ничего себе. У нас большая вот там есть, вот там. Значит, где европейка? Вот. Вот это вот? Блондинка, видите, все блондинки. Это она. Сразу видите, отвечаете, да? Говорят, классно. Что, да, я хочу играть с парнями. Хорошо поют они. Хорошо поют. У нас вообще субтан танец. Вот она, да? Да, да. И все кореянки, они учат. Она тайка? Да, говорят тайка и с кем-то метиска. Мне кажется, корейская есть у нее. Да, я тоже думала, но оказывается, вообще корейской нету. Это просто корейские. Не, классно, очень классный клип. Сексуальные такие. Как-то играет с огнем. Как-то огонь это парень. Они играют, не выгревают. А в России тоже так танцуют, как будто девочки много, потому что я не видела русских. У нас мало таких групп. Девичьих у нас есть свои российские, но они уже все взрослые. Сейчас молодых-то нет групп, да, вообще? Надо открыть. Нам надо открыть. Чувствую, мы с тобой откроем. Да, мы решили с Кёнха открыть корейскую, ой, нет, не обязательно корейскую, девичью группу в России. Да. А как ты думаешь, там кто будет? Азиаты, европейки, кто? Все вместе. Все вместе? Да. Хорошо. Как будет называться наша группа? Не знаю. Подумай. Короче, вам задание, да. Придумайте название для нашей группы с Кёнха. Да, и пишите комментарии. Да, пишите комментарии. Как вам понравилось? Значит, мне очень понравилось, очень классно. Да. Красивые девчонки, да, но я не ожидала, что там одна из них таечка. Да, это у нас раньше были только кореянки, а сейчас очень много русская девочка, тоже есть тайка, европейки, очень разные оттенки бывают. А еще есть второй давай, клип, давай, это секретный клип. Почему секретный? Покажу. Там что, там есть? Каждый день особенный. Это слишком. Слишком русский. А ее я хорошо знаю. Это я. Это был ваш первый клип. Это, представляешь, это 20 лет назад. Когда я пришла на сцену, это первый клип, посвященный Виктору Цою. Полет. И тогда мы взорвали все хит-парады. Это было невероятно. Это совершенно. Петербург, я это думаю. Петербург. Я видела, там стиль тоже сейчас очень модная, а здесь более как-то. Для России, представляешь, моя внешность была такая своеобразная очень. Интересно.
никто меня не мог накрасить. Почему? И я приглашала для этого клипа специально кореянку, визажистку из Кореи, которая меня красила. Представляешь? Это корейский сын, я когда видела. Да, сразу полностью заметила. Макияж это, был, да, это была кореянка из Сингапура. Это очень-очень корейский стиль. Да, да. Но для России это было новое, и все сказали, о, это круто. Мы начали новую моду. Да. В России, вау, молодец. Я видела Петербург сейчас, я только 6 лет назад первый раз была в Петербурге, а фонд уже очень старый, как будто, не знаю, очень разный, чем сейчас. Ну да, ну и голос у меня, ты знаешь? Такой низкий же. Да, да, я сейчас очень такой сильный, а здесь очень буду и так хорошо. Но этот, вообще эта песня была продана многомиллионными тиражами. Взрыв был колоссальный, потому что все никто не могли понять, то ли это жена, то ли сестра Виктора Цоя. Я же такой же точно фамилия. Да, они же не знают, что Цоя распространенная фамилия в Корее. Че очень много же, правильно? Очень много. Вот. Третье место, самое популярное. Короче, самые популярные фамилии корейские, как ты думаешь, Ким. Какие? Ким. И. Пак. Че. Че это Цой. Так что больше не спрашивайте меня, чья жена или сестра. Ну, мне очень понравился этот клип, потому что новая песня как будто... Раньше это выйдет первая российская кореянка, там была очень популярная, что я гордилась очень сильно. Спасибо. О, да. Это полет, да? Да. Камсахамнида. Я спасибо вам, очень рада, что вы. Спасибо. Друзья, мы вас очень любим. Жду вас в Корее еще хочу увидеться. Пока.